органы государственной власти города уведомлений о согласовании публичного мероприятия не поступало. Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на Тверской улице несогласованное мероприятие незаконно. Убедительно просим жителей и гостей города воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции ваша личная безопасность может оказаться под угрозой. Напоминаем об ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них. Информируем, что полиция предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка. Вы устали, Анастасия? Не поверю, что вы так вымотали. Уважаемые граждане, несмотря на неоднократные предупреждения, продолжаются призывы к участию в массовом мероприятии в центре столицы. Сообщаем, что в органы государственной власти города уведомлений о согласовании публичного мероприятия не поступало. Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на Тверской улице несогласованное мероприятие незаконно. Убедительно просим жителей и гостей города воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции ваша личная безопасность может оказаться под угрозой. Напоминаем об ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них. Информируем, что полиция предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка. Здесь.